Развитие ювелирного искусства позволяет любой представительнице прекрасного пола приобрести не просто нательный крестик, но настоящее утонченное украшение, которое станет незаменимой частью самой вас. Именно поэтому золото с большим перевесом выигрывает у других материалов, из которых изготавливают крестики. Золотой женский крестик – это уникальное украшение, наполненное духовным смыслом и жизненной энергией. Поэтому я прошу обратить внимание на безупречную красоту выполнения данного золотого крестика. Это золото 585 пробы, потрясающая инкрустация камнем по центру и, конечно же, невозможно оторвать взгляд от этой безупречной красоты. Очень здорово, что наши ювелиры радуют нас огромным количеством разнообразия именно духовных, наполненных силой ювелирных изделий, и я уверена, что именно этот крестик вы можете и для себя выбрать, можете выбрать на подарок. Может быть, у вас впереди важное торжественное мероприятие крестин. Вы можете и на крестины подарить такое ювелирное изделие. Тем более здесь по центру идет потрясающий камень, потрясающая инкрустация. Почему это важно? Потому что символизирует наше сердце. В нашем сердце обязательно должен быть Бог. Если мы верующий человек, если мы считаемся христианином, если мы носим нательный крестик, то, конечно же, в нашем сердце должна жить любовь к Богу, любовь к людям, к миру, каждому из наших близких людей, потому что именно в этой любви мы получаем поддержку высших сил. Если вы делаете дело, любое дело, и оно наполнена любовью, значит, это угодно Богу. Конечно же, такой крестик станет прекрасной альтернативой для ваших детей. Может быть, они сейчас только в поиске духовного пути. Если вы хотели бы, чтобы ребенок всегда был под защитой высших сил, обратите внимание, пожалуйста, именно на это ювелирное изделие. Ну а я хочу обратить внимание на стоимость, ведь мы говорим о золоте 585 пробы, и это максимально доступно ценовое предложение. Кстати, у нас есть огромное количество украшений не только из золота в формате крестика, но и серебра, есть с камнями, то есть выбор очень-очень большой. Ну а мне хотелось бы еще продемонстрировать вам длину крестика 2 сантиметра. То есть я это сделала для того, чтобы вы могли понимать, что он достаточно крупный. Это не мелкое ювелирное украшение, а достаточно крупное золотое изделие, которое будет прекрасно смотреться. И если вы сделаете подарок, или если вы выберете для себя такое потрясающее ювелирное украшение, я думаю, мечтает носить любая девушка. Дорогие мужчины, вы можете подарить. Еще один взгляд на это изумительное, великолепное изделие у нас в студии, мы будем двигаться дальше. Вы также можете попросить наших операторов добавить в ваш заказ цепочку, если, например, у вас нету цепочки. У нас есть и золотые цепочки, есть разные плетения, поэтому, пожалуйста, если для вас это актуально, обязательно об этом скажите. Ну и носите, конечно же, такие потрясающие духовные изделия каждый день, не снимая, чтобы всегда быть на связи с высшей силой, всегда чувствовать благодать и Божью поддержку.